Предыдущая глава, которая называлась «Падение ангелов», она также является очень важной, и она дает представление о последующих трех главах. Я не знаю, поняли вы это или нет, но в определенный момент времени и в соответствии с космическим законом они по своей воле, как говорилось, вопреки пламени или вопреки скрытой темной мудрости, пришло время, и они воплотились в телах людей. Но не все из них могли воплотиться полностью, потому что наши тела не были готовы принять столь высокий дух. Тела тех людей, которые были готовы принять высоких духов, они стали архатами, то есть божественными воплощениями. И они могли творить силой мысли. Они могли создавать все вокруг только с помощью своей мысли и крия-шакти, силы йоги. То есть фактически это были боги, которые ходили среди людей. Но остальное человечество, к которому принадлежим мы, к сожалению, не могло принять в себя таких высоких духов. И поэтому мы получили только искру, то есть ускорение пятого принципа или Я Христа. То есть нам чуть-чуть ускорили развитие, чтобы мы немножко стали понимать, что мы люди. Это произошло во времена третьей коренной расы. Примерно 18 миллионов лет назад.